Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Xiaomi Mi 9T изменить время тайм-аута экрана, то есть время спящего режима экрана. Через сколько секунд он у нас потухнет. Через сколько секунд бездействия он у нас потухнет. Для этого, в первую очередь, открываем настройки. Затем переходим в адаптивный экран и блокировка. И находим здесь строку «Спящий режим». Можем поставить на 15 секунд, на 30, на 1, на 2, на 5 или же на 10 минут. Я поставлю на 2, и мне этого будет достаточно. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!